прошу, помоги обрести священную силу, чтобы заточить ужасного Ганнона. Она внутри меня, и молитвы должны пробудить ее. Так меня с детства учили. Что не так? Мама говорила мне, что чувствует в себе силу. А бабушка слышала духов из другого мира. А вот я и не слышу, и не чувствую. Отец постоянно ругает меня. Говорит, что я зря трачу время и должна заниматься делом. Я же с самого раннего детства молюсь. Обошла все древние святыни. Но так и не смогла обрести священную силу. Скажи мне, что со мной? Что со мной не так?